еще раз хотел вам доложить, что получено положительное заключение госпиталя. Перед Олимпиадой, перед Новым годом, это были очень сжатые сроки, но очень важно было успеть. Успели, сделали. Во-первых, мы должны завершить уже к первому сентября строительство двух объектов школы. Это пристройка к школе номер 15 в микрорайоне Макаренко и пристройка к школе номер 82 в Дагомысе. На каком этапе мы сейчас находимся? Пожалуйста. Каждая пристройка по 400 мест, то есть по большому счету это полноценные учебные заведения. Каждая из этих школ уже подведена под кровлю. Закрыт контур, установлены окна, двери, что позволяет уже начинать отделку в этом году. Хорошо. Пока риска срывов сроков вами поставленных по этим двум учебным заведениям не существует. Хорошо. Здесь довольно-таки большой садик, и школа на 1100 мест, и плавательный бассейн с несколькими будет. И да, это спортивное ядро, все в одном комплексе, с парковочными, с наружными площадками для родителей. То есть я думаю, что это новое слово такое. Проект очень интересный. Этой школой будут пользоваться и наши детки, которые живут в районе, значит, Эмеретинской низменности. Ну и, конечно, гости, которые будут приезжать в Сириус, будут... Те, которые наши умники и умницы со всей страны будут тоже пользоваться услугами образования в этой школе. Это все заявки.